балом поверните камеру на потолок. Скину вообще не макрос, может, оно поможет, не знаю. Камера дистанс макс фактор. Да. Егор сейчас пускает привет. Хуёво они сделали, что ничего нельзя контролить, ни звезды, ни созвездия, блядь. Боже, даунки. Это охуел, блядь. Просто так манекен, ты еще хочешь, чтобы все контролилось, блядь. Хотя бы даунки. Они... Или хотя бы откидывал косовы, блядь. Ничего, что у нас своего нету? Не, я вообще не знаю. Так да блин, тогда было бы тупо. Ты берешь сюда просто 2 ДК-танка, блять, он забегает за черную штуку, жмет грик, блять, и все, минус сфера. Так они грипаются. Ну да. Да, ну так, блядь, лол, я вообще не знаю. Проблем, блять, тогда. Здравствуйте, блять. Слушай, у нас ДК-танки такая редкость, блядь. Они грипают. Они грипаются, они фиряются. А звезды? Звезды нет. Ну это хуево. А звезды нахуя грипп? Ну чтоб коты не проваливались там. Блять. Звезды тоже гриппуются. Промолчу, нет? Блять. Вот у тебя звезды 10 тысяч хп, ты как истинный милишник берешь и гриппуешь ее в свой кэмп. Джоки, встань на эту сторону. Здесь появляется первая звезда. Так сложно, блять, пиздец. Не провалиться, блять, по черной дуру. Ну, чтоб ТК уходили, грипали. Где Бейл? В череп, поехали. Быстрее. До кары слейте ее. Берегитесь. Бьем череп. 3 секунды разбиваем. Череп чуть-чуть, все, стоп, сейчас после кары. Флай, анонси, блядь, когда Fly забираешь забрал. Босса. No. Дайте. Сейф. Про... Сейчас взорвет. Флай. Дал, да. Все. Следующую разбиваем, нет? Быстрее. Давай. Разбиваем череп. Опять провалился. Вы че, ёбнулись или что, блять, нахуй? Все, по боссу. Егор Берни. Если что, в крест заходить будете. Шары ебетесь или что, блять? Инеры. Было же после сурона. Заходим. Вообще не понимаю, блять, нахуй. Ой, да нонси, блять, ебаный в рот, сколько раз говорить? Посмотрим. Лучше такие корни не ставить, пацаны, под ними черный штук не видно. Да. Череп сливаем 3 секунды. Третий сакра. Войд, забирай. В мили будем бить. Забираю. Аккуратно. Не бейте в мили сейчас череп. Четвертый сакра, разбейте. Давай. Четвертый сакра, алло! О боже мой, это пиздец вообще. Разбиваем? Нет, подожди, поднять рейд на. Можно. Не бьем. Давай. Все, разбили.
и в мели будет. О, бабл прожми, ну ёп! Шотнула, Эльдар, не успел я бабл прожать. Блять, кастую видишь? Стою, нахуй. В мели, мели, аккуратно, дайте сейф, она сейчас взорвётся. Ну уйди от неё, ёп твою. Нахуй, пизду, последний трай, нахуй, ложитесь. Рот ебал, нахуй, ваш. Тупые, как валенки, просто один, блядь, сокру, блядь, 10 секунд дает, нахуй. Мозгов нихуя нет, походу, не слышит меня, что ли, что? Ебать, на ретрике 500 кнопок же, блядь. Второй, блядь, проваливается в черную дыру, блядь, непонятно каким образом, блядь. Постоянно уже какой раз, блядь. А скажите, как они проваливаются? Вот эти дыры образуются, они в них заходят или что? Они могут, ну, да. Прям по ним не разбить, они не следят, когда звезда. Это сложно едет. Ответить на этот вопрос, когда разрывается. Там ребята, знаете, что забыли сказать? Надо же нажать, чтобы эти полосочки были над звездами. Как там, Ctrl-V, да, или что там будет? Надо нажать Guild Quilt, если ты не типа, может, кто-то не знает, нахуй, вот там человек 5, кто проваливает. Да мать, вот только что звезды вылетели, и у звезды лоу хп. Нажми бабл заранее, я нажал сразу бабл. Меня не звезда убила, меня убила эта хуйня. У меня две хуйни по 7000 пизданули сразу, я успевал, я выживал. Я тебе про это и говорю. Ты видишь, что они только заспавнились, и у звезды лоу хп. Нажми бабл, вот сразу. Я нажал бабл, потому что я боялся, что я умру сразу. Потому что эти стрелы. Ну, да, в таких моментах бывает. Ну не знаю, на меня, походу, вообще из-за того, что живая бомба на боссе бахнула, блядь, созвездие сагрилось и под звезду прямо под дыру, блядь, ёбнуло, блядь, меня эту хуйню. Своей, блядь, пиздец. Жалей бабл ни на что, блядь. Они нахуй тебе не пригодится больше. Сейчас сёфусь. Нахуй я сижу. Да. Я не буду пиздять, но вам. Да хотя нет, не было у меня. Да иди, чувак, ласт расел, все. Сейчас я нахуй. Зашел пацанам настроение испортил, блядь. Кто, я? Кто? Да. Они хоть Алгалона увидели, настроение, блядь. Так тут блядь, его пиздец. Человека так я только не видели. Я пришел, тут еще хуже было, блядь, алло. Че, рел рычаг было весело. Да дымать устал просто, блядь, 5 короче, штук. Короче, блядь, торим объем, понял? Да. Даже хами торим не убили? Не, слушай. Бьем ториума, короче. Убили трэш. Я стою, открываю, короче, эту хуйню. Тут какой-то чел говорит. РЛ, рычаг. Я говорю, ты че, ёбнутый? Это пиздец было. Дайте каску. Дымать, нажми рычаг. Да вот же, блядь. Теперь нахуй твори это пиздят сидят. Так ладно, если вы пиздели дайте. И все делали классно, а так вы дохнете как шлюхи, блядь. Каску там дать. Каску дай. Дымайс, я ни разу не умер за рейд. Я не пройду. Имею право попиздеть. Чидец, да, блядь. Каску дай. Ну, нажмите на камни. Еще раз говорю, алё. У вас есть вообще локовские камни есть? Да. Вон на центре поставил, специально. Что-то ни разу не видел, чтобы кто-то съел. Геру. Чё, Эльда, думаю, сейчас бахнет забьёт через стеночку-то? Конечно. Пизда, 3 секунды. Череп, поехали. На пиздел. Поехали, все, быстрее. Нихуя. Следующее, поехали. Аккуратно там, кто там стоит. Антон, отойди оттуда. Мели идет, мели идет. Мели. Сколько били, блядь. Долго. Тристака сейчас. Отойдите. Разбиваем. Первый не надо, ладно. Подними меня, Рампейдж. Вот в мели сейчас надо будет разбить. И сразу залей.
Первую сокру, да? Мели аккуратно бахает. Понял, ханта. Мели будем разбивать после сурового. Суровый, заходим. В мели. Кто танчит? Сейчас флайт. Нет, флайт. Скоро будет заберет. Разбиваем череп быстрее. Даю сокру. Войд забирай. Стей разбивайте. Забрал. Да, разбили. Войд забрал. Следующий череп. Созвездие быстрее, закрывайте, пожалуйста. Мне надо инер. Дай. Третью сокру, дай. Ну, блин, ну чё ты... Ты чё тормозишь, блядь? Чё, я-то поздно дал? Череп, поехали. Четвёртую сокру. Дали? Разбиваем. Да. И последнюю надо будет разбить после кары. Разобьем череп, не бейте после кары. Три созвездия заводите, долго очень заводите. Подхильте, 2 секунды. Мастер дал. Все, разбили череп. 300. Отошли. Забрал. Флай забрал. Дай мастер. Флайхил. Космик. Суровый. Заебись. Впереди баллы закрыли. Спасибо. Жалко. Кто-то взял, грипнул, короче, прямо в дыру. Впереди баллом закрыло. Да. Спасибо. Покинуть группу. Чтобы перед ебалом кто-то грипает сферу в эту черную дыру и закрывает. Спасибо. Это где, в стороне черепка было, да? Не так много ДК. Ну, я сейчас не грипал. Все, Ро. Свидание. Это в стороне черепка грипнули, да, сейчас? Вот где метка черепа. Учитесь дальше. Ну, два ДК, либо... Тут гадать как бы ничего. Получается ДК на кол. Всем спасибо. Приходите во вторник твинками, пройдем по обычкам.